В Махачкалу из Москвы прибыл первый туристический чартерный рейс. Сотни путешественников смогут за 8 дней увидеть горы, глубокий каньон, древние аулы, берег Каспия и крепость Нарын-Кала. Для гостей республики продуманы все удобства: перелет, трансфер, проживание в отеле и различные экскурсионные маршруты. Ну и самое главное преимущество чартерной программы – это стоимость путешествия. Она в 2 раза ниже самостоятельно собранного тура. О том, как встретили туристов в нашем сюжете. В международном аэропорту Махачкала самолет встретили водяной аркой. На борту 162 пассажира. Практически утрапа их встречают зажигательной лезгинкой и национальными сладостями. Туристы приятно удивлены таким теплым приемом. Очень хорошо прилетели, так необычно нас встречали. Да, встреч прям такое чудо. Что ожидать от поездки в Дагестан? Ну, ожидаем теплого моря, шашлык. Благодаря чартерной программе гости смогут посетить Дагестан с комфортом и по доступной цене. Им предлагается путешествие под ключ с перелетом, проживанием, трансферами и экскурсиями. Гости республики познакомятся с культурой, традициями и национальной кухней региона. Участники чартерного рейса полны приятных ожиданий. Ожидания какие, кстати, от поездки? Хорошие. Самое лучшее. Видеть самое лучшее. Главное поездить на конях, на горах. Новых событий, интересных людей. Вкусной кухни, в конце концов, и красивой природы. Тур рассчитан на 8 дней и 7 ночей. Чартеры организованы одним из российских туроператоров в рамках проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» при поддержке Ростуризма. Программа пользуется большим спросом и напрямую влияет на увеличение турпотока в Дагестан. Самое главное преимущество чартерной программы – это стоимость путешествия. Она в 2 раза ниже самостоятельно собранного тура. Это стало возможным благодаря субсидиям Федерального агентства по туризму, которые компенсировали половину стоимости. Чартеры были запущены для разгрузки регулярных рейсов. Самолеты будут летать до конца лета каждую субботу. Следующий рейс прибудет в Махачкалу 9 июля. Мухаммад Омаров, Юсуп Гази Омаров. Время новостей.